Так, ну что я могу сказать? Это последнее видео этого автомобиля на этом канале. Принял решение его продавать, потому что куплю себе новую шасси. Так что, вот так вот. Как сказать, прощальные покатушки. Да. Да. Вот, смотри, получается, средний метр. Лучше красиво прям. Не, ну видишь, он получается, блядь, поработанный. Ну, наконец, на втором поработанный. А то модель чистая. Можно и не мыть. Ну, да. Сюда встану, то сюда лучше видно. Кто это в команде? Ну что? Никит, наверное. Раз, два, три. Туда его. Ай, Гриша. Я держал. Меня догнали. Ну, было красиво. Прыгнуть, не прыгнуть. То плюс-минус поскоротит и в Сидоне. О, хорош. Блять, у меня камера не включила. Ну, ёперный бабай, а. О, здесь красиво. Отойди! Yeah.
Я тоже. Аналогично. Что, у тебя все брюшки одинаковые, сейчас что-нибудь сломается. Не, ну по вам свет у меня точно под перепайку. Бешеный саммит, протест. Готов? Да. А кого брызги снайпер? Зато кадры классные. Я такой, блин, а в кого брызги пойдут? Вот я на маленькой скорости хочу вот в это попасть. Ни хрена себе. Слушай, нет, мне нравится вот такой дождь в течение двух стоп. Согласен. Сейчас будем прыгать. Давай, ремка, не разложись. Сетки будем. Давай второй попытку. Так, ну вот и ушла Рема Хобби моя, вот ее покупают. В общем, продал я ее. Жалко на самом деле, но пойдем дальше. Следующее видео уже будет с новой моделькой.